пить. Витэч. Это больше, чем DVD. Смотрите сегодня наш внеконфессиональный гид по подаркам. Пришла пора. И вы сами знаете, какая. Пора тратить и тратить на игры, игры и игры. Вот так. Это игра с продолжением. Поставьте ноги ближе к камину и присоединяйтесь к хозяевам студии, Адаму Сесслеру и Морган Веб. Смотри, как красиво. Очень. Это лучшее дерево. О, это вы. Здравствуйте и добро пожаловать в наш внеконфессиональный гид по подаркам. Сегодня наше шоу посвящается лучшим играм для любой консоли от Xbox до GameCube. Нестареющий Sony PlayStation 2. И маленький Game Boy. Да, и могучего компьютера. Это что, Дрейтл? Да, я сама сделала из глины. Мы надеемся, что наше шоу будет всеобъемлющим во всех отношениях. Будут представлены все консоли, все игровые жанры, все религии и все направления сезона. Или все отклонения сезона, если вам так больше нравится. Просто наступило время года, в которое вы по каким-то причинам хотите купить что-нибудь для своих дорогих любителей поиграть. Или просто для себя, эгоистичные негодяи. Мы просмотрели все серьезные игры, выходящие зимой, и представляем их здесь, на ваш суд. Как говорится, от нашего стола к вашему столу. Поэтому садитесь удобно, расслабьтесь и наслаждайтесь нашей рождественской четверкой. Извините, сезонный хит-парад для Sony PlayStation 2. Из всех трех консолей для PlayStation 2 самый богатый выбор игр, поэтому определиться с подарком очень легко. Этот сезон не стал исключением. Судите сами. Джеймс Эрл Кэш обвинен и приговорен к смерти. Новый продукт от создателей GTA. Здесь всего хватает для четвертого места. Мэнхант. Охота на людей. Ваш приговор неожиданно отсрочен. Вы играете за заключенного смертника, которому пожаловали жизнь ради исполнения главной роли в смертельных съемках директора тюрьмы. Здесь не важно, кого убивать, главное как. Эта леденящая кровь садистская игра определенно не для детских умов. Если вы ищете подарок для фаната рестлинга, то третий номер нашей четверки наверняка повалит его на землю. WWE SmackDown, Here Comes the Pain. Одним броском эта игра выведет вас к вершине борцовской славы. Опций в игре и не сосчитать, а сюжет близок к реальному чемпионату рестлеров, а иногда фотосессии плейбоя. SOCOM 2 является продолжением самой популярной интернет-игры всех времен. И похоже, в этот раз фанатов будет еще больше. Одиночная игра исключена. В 12 миссиях за вами пойдет команда из 4 бойцов. Будет много шпионских проходов со снайперской винтовкой в руках. И, конечно, игра в интернете — вершина в SOCOM 2. Одновременно возможно участие 16 игроков на 12 новых картах и 10 оригинальных. Не забудьте включить сетевой адаптер и копите силы. Йо! Нет. Йо, ну-ка, ты ничего не знать, потому что ты... Глупый башка. Да. Оригинальная Ratchet & Clank была просто классной игрой, а ее продолжение занимает первое место в нашей четверке. Потому что в ней больше приколов, больше действия и больше веселья. Став героями галактики в прошлой игре, парочка должна вернуть украденное существо его создателя. Мы были чудовищно заняты после победы над Чермяном Дрейком. Парады, пресс-конференции, маскарады, все такое. Деревенский шашлык Уэлла. Да, точно. Задача облегчает широкий выбор оружия, которое можно апгрейдить, а также 18 новых гигантских оружий. Купите эту игру для своих геймеров и приготовьтесь забыть о них на несколько дней. Мэнхант будет прекрасным подарком для бабушки. А тебе в этом сезоне не придется дарить подарки, ведь правда, Будда?
Знаете, когда я укутываюсь потеплее для поездки на санях по снежным просторам, я всегда беру с собой свою приставку Game Boy, чтобы скоротать время. Кто захочет смотреть на бесконечное величие природы, если есть карманная игрушка? Если, конечно, ты не фанат природы и тебе все нравится. Конечно. А вот наш выбор игр для Game Boy, если ты юноша, или Game Girl, если ты девушка. Похоже, Game Boy Advance является единственной платформой, способной составить конкуренцию Sony PlayStation 2. Если ваша цель такие подарки, внимание. GameCube, возможно, не рай для ролевых игр, но у Nintendo что-то не сложилось с Game Boy Advance. Лучшей ролевой игрой для портативной консоли является третий номер нашего выбора Golden Sun The Lost Age. Здесь лучшая графика из всех когда-либо встречавшихся на карманных консолях и увлекательный сюжет. Фанаты ролевых игр на Game Boy притихнут на несколько дней, поглощенные этим развлечением. Все великолепие Super Mario Bros. 3, ограниченное рамками Game Boy Advance, вы найдете в игре Super Mario Advance 4 со второго места нашего рейтинга. Прыжки до небес тучного водопроводчика из первых игр про Марио. Неплохо удались для 13-летней игры. Эта игрушка украсит любую коллекцию игр для Game Boy Advance. То, что мне нужно! Номер один в нашем хит-параде игр для Game Boy – миниатюрный образец того, какой должна быть карманная консоль. WarioWare Mega Micro Games. Это огромная коллекция оригинальных и непростых мини-игр. Эти игры не отнимают много времени и сил. И такие же интересные, как все остальные на Game Boy. Если вы решите купить игру для Game Boy, пусть это будет WarioWare. Я могу играть в эту WarioWare весь день. Не уходите от экрана. Мы хотим выпить горячего какао. А потом нас ждут новые игры и приятное времяпрепровождение. Перестань, хватит это делать! И снова от нашего сердца вашему, Адам Сесслер и Морган Лэб. Я всегда смеюсь над Тимом Конвеем. Смотри, кто вернулся. Пожалуйста, заходите и садитесь. Добро пожаловать во внеконфессиональный гид по подаркам. Может, какао? И правильно. Мы показывали вам лучшие из игр сезона, поступившие в продажу независимо от самого сезона. Как это правильно, жертв для фестивуса? Продолжим наше веселое путешествие лучшими играми для Xbox. Я обжегся. Хотя многие разочарованы тем, что выход Halo 2 был отложен, в этом сезоне на Xbox выходит много интересных вещей. Особенно, если учесть, что игры в интернете при помощи Xbox набирают обороты. Теннис, говорите? Как игра о теннисе могла стать номером 4 нашего сезонного хит-парада? Поиграйте несколько часов в Top Spin и узнаете почему. Внимание фанатов Virtual Tennis для Sega. Top Spin является логичной эволюцией видеоигр на эту тему. Игра просто великолепна со всеми своими подачами, резанными мячами, ударами слева и справа. На Xbox созданы условия реального травяного корта. А еще здесь есть Анна Курникова. Спешите получить ее, пока она не стала телезвездой. На третьем месте игра, которая сначала вышла на компьютерах, но потом была перенесена на консоли Microsoft. Но не подумайте плохого, игра не пострадала от этого. Это добротная стрелялка. В ней вы играете за воздушного пирата-красавца, который должен спасти мир от злобных фашистов. Все считают вас обаятельным мужчиной, но мои первые впечатления от вас просто ужасны. Вы сможете летать на 10 различных аппаратах 30-х годов, совершенствуя их, и впоследствии вы можете стать повелителем неба. Однако это не все. Вы можете продолжить сражаться за воздушное превосходство при помощи Xbox Online против 15 других игроков.
Номер два нашей четверки игр для Xbox не новый, но хороший продукт. Не новый для игроков на компьютере. Counter-Strike начинается как доморощенный Half-Life, который постепенно развился в игру, в которую вот уже десятилетия играют миллионы людей. Версия для Xbox может стать уникальной онлайн-версией этой игры для фанатов стрелялок. Но будьте осторожны, если ваши близкие не планировали играть в интернете. Мина установлена. Это может стать не лучшим подарком. Террористы победили. Если вы еще не решились, то можем посоветовать Star Wars Knights of the Old Republic. Если тот, кому вы планируете этот подарок, фанат «Звездных войн», вас ждет множество поцелуев и объятий после открытия подарка. Возможно, что это лучшая игра на тему «Звездных войн» из всех выходивших на этой консоли. Извини, человек, на сегодня все. В этой ролевой игре вы сыграете за темного или светлого джедая, посещая все знаменитые места из «Звездных войн». Вам понравилось? Надеемся, что да. Будь вы теннисист или джедай, что-то вам должно было понравиться из выбора игр для Xbox. Мне понравилась Анна Курникова. Я бы не возражал найти ее в качестве подарка под елкой. Да, но это будет похищение. Итак, надеемся, поклонники Nintendo не чувствовали себя забытыми. А если это так, то сейчас для вас и ваших родных GameCube наконец-то подешевел и набирает обороты. Как раз к празднику. Давай вперед! С таким количеством прекрасных игр для Nintendo просто непростительно не приобрести что-нибудь. На четвертом месте у нас настолько увлекательная игра, что от ее вызывающих тошноту поворотов вам понадобится драмамин и ведро. F-Zero GX из тех игр, которые постепенно забираются внутри вас, и вы становитесь зависимым в стремлении к совершенству. Если вы ищете в туристической гонке, это ваш единственный шанс. Третий номер нашего рейтинга корнями восходит к бессменной классике Nintendo — серии Mario Kart. Первая версия для GameCube называется Double Dash, потому что она позволяет двум персонажам ехать на одном карте. Один рулит, а другой стреляет. Она была бы не настоящей игрой Марио без мультиплеера, а их здесь предостаточно. В режиме сражения имеется несколько новых штучек. Попробуйте себя в заезде на Гран-при, и занятие на ближайший год вам обеспечено. Второй номер в представлении не нуждается. Эта игра смутила всех в свое время своей цветовой структурой. Но сейчас уже трудно представить Зельду какой-то другой. Здесь есть все. Действия, приключения, оружие и множество мини-игр. Ходите по морям на судне Линка и управляйте ветром при помощи его волшебной палочки и берегите голову. Едва вы подумали, что видеоигры теряют новизну, как появляется игра Beautiful Joe, которая рушит все ваши представления. Джо рушит по ходу дела намного больше. После того, как его девушку засасывает фильм. Девушка моя. Он становится Beautiful Joe, чтобы спасти ее. Поехали! Лучше быть не может. Это непрерывное действие, которому нет равных. Если вы собираетесь купить игру для GameCube, пусть это будет Beautiful Joe. Это были абсолютно праздничные игры. Да. Не уходите никуда, потому что мы хотим еще много рассказать вам. Правда, хороший какао? Я не знаю. 5 минут назад я перешел на джин. И снова хозяева студии Адам Сесслер и Морган Вебб.
Как красиво. Адам, смотри, они вернулись. Отлично. Добро пожаловать в наш внеконфессиональный гид по подаркам. Кто бы вы ни были, язычник, атеист, джедай или ничто из названного, у нас есть игры, которые понравятся вам. А если у вас есть компьютер, то вы захотите одну из этих игр. Известно, что для компьютера имеется богатый выбор как стрелялок, так и стратегий, и этот год не исключение. Заряжайте ружья и щелкайте мышками, вас ждут сливки сезона. Огонь! Внешне все выглядит как графический роман. Макс Пейн 2 начинается там, где закончилась первая часть. Макс теперь детектив и завязывает отношения с бедовой дамочкой по имени Мона Сакс. Нужно завязывать с такими встречами. У нее, вероятно, сомнительная биография. Под свист пуль все гладко проходит от начала до самого конца. Кончай с ней! Физические параметры в игре настолько утонченные, что эта игрушка скорее для взрослых, чем для всех. Небольшой, но очень лакомый подарок для любого геймера. Стратегии в реальном времени обращены к своим поклонникам. Но третий номер в нашем списке обладает той ванильной притягательностью, которая обычно типична для юношеских поп-групп. Игра Rise of Nations упрощает игровой процесс, автоматизируя множество утомительных функций управления. Быстрый бой не доставляет боли, как и 18 цивилизаций из 8 различных веков. Даже тот, кто обычно дремлет на таких играх, не будет скучать. Вы можете играть за американского, британского или русского солдата. Наша вторая игра для компьютера — Call of Duty. Стрелялок на тему Второй мировой войны имеется в избытке, но качество это заставляет отправиться в Европу еще раз. Вы сражаетесь со своими союзниками во всех знаменитых сражениях Второй мировой. Но вы не обязаны управлять ими или гарантировать их безопасность. Здесь имеется и захватывающая одиночная кампания, и 5 мультиигровых режимов, так что покупайте эту игру для играющих на компьютере, и никто не пожалеет. А первый номер в нашем списке не нуждается в представлении для знатоков. Я приказал им бежать. Продолжение одной из самых оригинальных стрелялок — Deus Ex Invisible War. Эта игра стремится расширить границы игр. Действие происходит 15 лет спустя после действия оригинала. Каждый раз, играя в Invisible War, вы будете приобретать ценный опыт. А окончание игры будет зависеть от решений, которые вы принимаете по ходу действия. Этот гибрид ролевой игры и стрелялки впечатлил бы даже Гоголя. Знаешь, чем можно украсить этот момент? Огненной феерией? Ты читаешь мои мысли. Пойду подожгу кого-нибудь из сотрудников прямо сейчас. Никуда не уходите. Вас ждут новые игры. Горит, горит. Всего хорошего вам желают Адам Сесслер и Морган Уэбб. Я всегда рад вас видеть. Мы только что жарили каштаны на одном из наших сотрудников. Мы достигли заключительного пункта в нашем путешествии. Но прежде чем мы покажем вам самое лучшее, Адам, у меня есть кое-что для тебя. Морган, у меня тоже есть кое-что для тебя. О, боже, Адам, ты не должен был. О! Адам, что это? Это световой пистолет для твоей Time Crisis 3. Я продала мой Time Crisis, чтобы купить себе Сакон 2 для твоей гарнитуры. Но я продал свою гарнитуру, чтобы купить тебе световой пистолет. Вот это забота. Боже мой. Ну, конечно. И последний наш рассказ сегодня о вышедших играх-мультиплатформах. Вот они. Год стал успешным для игровых мультиплатформ. Вот 6 первоклассных наименований для всех 3 консолей. Помоги мне, Джейд! На 6-м месте «Властелин колец. Возвращение короля». Отличный подарок для фанатов фильма. Здесь вы найдете все основные битвы из «Возвращения короля». Роскошная графика, масштабные уровни, энергичные сражения делают эту игру лучшей из всех на тему «Властелин колец». Yeah.
Эй, ты, крутой. Я здесь. Не любите стиль фэнтези? Тогда, возможно, вам понравятся драки в стиле кунг-фу из полицейского боевика True Crime Streets of LA. Действие происходит в тщательно прописанном Лос-Анджелесе. Игру можно назвать GTA с другой стороны баррикад. Вы играете за крутого полицейского Ника Кейна. Он должен очистить город ангелов от всякой нечисти, типа грабителей и международных преступных картелей. Похоже на текст из плохой видеоигры. На четвертое место забралась игра Tony Hawk Underground. Это очередная история о восхождении с грязи князя вливает в тему свежую кровь. Создайте свою улицу Нью-Джерси и катайтесь на радость поклонников и зависть друзей. Не бойтесь исполнять лихие трюки на глазах у профи, но остерегайтесь вот таких стен. А это что у нас здесь? Отстой! Третье место у нас занимает еще одна игра про экстремальный спорт. SSX3 обязательно порадует фанатов снежных склонов, ездой и длинными горными спусками. Личное мужество помогает исполнять сложнейшие трюки. А если вам не по плечу покорять снежные склоны, то смотрите дальше. На втором месте прочно обосновалась игра Ubisoft «За гранью добра и зла». Эти необычные свежие приключения, по сути, синтезировали в себе множество игровых элементов. Здесь есть экспедиции, фотографирование, транспорт и воздушные подушки, бои, волшебные обувь и шарады. А еще можно давать пинка вражеским солдатам. На первом месте воцарилась игра «Принц Персии. Пески времени». Это грандиозный мультиплатформер, захватывающий дух боями на арабские темы. Добавьте сюда фантастическое оформление уровней и возможность управлять временем. Я могу повернуть время вспять. Перед вами игра-претендент на первые места в рейтингах игр. Неважно, как вы празднуете и что вы празднуете. И празднуете ли вообще? Я думаю, вы согласитесь, что суть вот в этом. Идите все сюда. Вы были с нами вместе. Мы поздравляем вас с внеконфессиональным зимним сезоном. С внеконфессиональным зимним сезоном вас.